Всем привет! Я в магазине постоянных распродаж. Город Орск, проспект Ленина, 80. Давайте смотреть ассортимент и новинки. Очень много кастрюль, наборы. Просто кастрюли. Смотрите, какие яркие. 2,9 литра, 794, 4,5, 959. Мне кто-то написал, чтобы я пальцем не показывала. А как мне показывать? Как мне вот так кулачком? Как? Может быть и неправильно, конечно, но я же не вот так тычу в кого-то, а просто показываю пальчиком. Так, кастрюля 4,3 литра, анютины глазки. Какая прелесть. А чайничек, смотрите, какая расцветка деревенская. 1559, 2,2 литра. Чайников, смотрите, здесь очень много. Я постоянно показываю в этом магазине эти чайники. Они меняются. То одни, то другие. Какие-то остаются. Есть постоянные продажи. А какие-то добавляются. Есть металлические вот такие. Вот набор. Сколько здесь? О, акция по 8 марта. 4400, 12 предметов. Слушайте, ну это, по-моему, неплохо. 12 предметов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Значит, 4 кастрюли идет. Ковшик и сковорода. Ну и, естественно, 6 крышек. 12 предметов. Какой хороший. За 4400. Вот этот красный. 4400. А здесь сколько предметов? Раз, два, три, четыре предмета. Пять. Пять. А где пятый? Где пятый? Крышка, наверное, на чем-то есть. Вот на этой кастрюльке крышка, скорее всего. Такие наборы тарелок. Это цены. А вот нежный какой. 1762. Вот этот вот. То этого расцветка симпатичная. Такая спокойная. Ну и цена 2800. Квадратные 2495. Кружки. С драконами. 205 рублей. Рисунки разные. Ну и цена, конечно, 205 рублей. 350 миллилитров. Вот еще дракончик 159 рублей. Давайте вот так пройду просто. Цены видно. А вот какая кружка. Анютины глазки. 360 миллилитров. Яркая такая. Есть и с фруктами. 360 миллилитров гранат. 125 рублей. Смотрите, какая керамическая кастрюля с крышкой. 2 литра со скидкой. Такая хорошенькая, белая-белая. А это форма для запекания. Внутри серая, снаружи белая. 769. И вот какая еще форма круглая. Есть маленькие формы керамические. Акварель бежевый. 24,5 на 12,5. И 4,5 высоту. Овальная форма. Квадратная с ручками. И много стеклянных. Доски разделочные. Ну, не знаю, где ценники. Где-то там внутри. Вот такая тоненькая. Размер 21 на 29 на 21. Тоже не вижу. А вот она 59 рублей стоит. Вот это 590. Вот это шикарная. Промо-набор. Ножницы кухонные. Две пары сразу. 220 рублей.
Нож-слайсер для фигурной нарезки 19 на 6 сантиметров. Нержавеющая сталь. 99,90. Ножеточка. 89 рублей. 19,5, 4,5 и 3 высоту. Есть подставки вот для ножей. И овальные, круглые, квадратные. Всякие разные. Ну и цены, конечно, 1051, 1290. Ну и чуть пониже. А вот какой наборчик, вы посмотрите. Вы только посмотрите. Так, сколько же такой стоит? Так, мартел. Набор ножей кухонных 8 пар. Ручки хром, акриловая подставка. 1989 рублей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть ножей. Значит, нет, нет. Раз, два, три, четыре, пять ножей. А ножницы. Вот эта штучка какая-то. А, это точить ножи. И подставка. 8 предметов. Какой, как, прям вообще шикарный такой набор. Мне прям понравился. Вот еще какой-то интересный нож столовый, 22 сантиметра. Цвет серебро. Ух ты, столовый прибор. Столовый прибор. Такие ножи. Для мяса надо резать мясо. 45 рублей всего стоит. А вот наборы для ванной комнаты. 1900. Ведерко, я так понимаю. Ёршик. Стакан для щеток. Диффузор и мыльница. Все это пластиковое. Но цена, конечно, 1900 за пластик. Не очень, да? Вот, керамическая 720. Может, фарфор. Такая 220. Такой диффузор. Стакан пластик. Нет, не пластиковый. 250 миллилитров керамика. 99 рублей. Еще набор. 349 рублей. Вставки для деток, для унитаза. Детские вот какие. Бэби. 268 рублей такие. Не знаю, нужные, ненужные. Мы как-то обошлись и без них. Сиденье для унитаза 39 на 56. 689 рублей. Игрушки. Смотрите, косметичка. Создай яркий образ. Вот такой ананасик. Закрывается. Тут и помады, и тенюшки. Все, есть 199 рублей. Набор доктор 119 рублей. Куколки по 69. Вот какие наборчики игровые. Для повара. 200, 289 рублей. Милый дом. 749 от 3 лет. И планшет для рисования. 269 рублей. Много различных контейнеров. Контейнеров, конечно, здесь очень много. Как и фикс прайс тоже в магазине. Сковород. И, как я уже говорила, этот магазин очень похож на Галамарт. Очень похож. На этом все. Кому понравилось видео, подписывайтесь. Всем пока-пока.